Родители девочки, которая умерла от опухоли мозга, отсудили 1,5 миллиона у Минздрава Челябинской области и детской поликлиники Копейска. Центральный суд Челябинска частично удовлетворил иск отца и матери. Родители погибшей уверены, если бы диагноз поставили правильно сразу, девочку можно было бы спасти. Как сообщили в Минздраве, после смерти ребенка во всех медучреждениях провели проверку. В результате была уволена главврач Копейской поликлиники. По словам родителей, с октября дочь лечили от ротавирусной инфекции, потом от гастрита, а умерла девочка от опухоли и отека мозга. Когда приехала эта реанимация, я уже у водителя тоже узнал, что врач приехал только для консультации и никуда никого они не привезут. Время смерти нам не говорят. Возможно, что на момент приезда реанимации она уже была не с нами. Родители заявляли иск на 4 миллиона рублей, но по решению суда Минздрав Челябинской области и детская поликлиника Копейска должны будут выплатить семье 1,5 миллиона рублей.